Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 190. Дано. К задаче прилагается рисунок 109, и на этом рисунке АВ равно BC, АД равно DE, угол C равен 70 градусов, и угол EAC равен 35 градусов. И нам нужно доказать, что прямые DE и AC параллельны. Первое. Рассмотрим треугольник ABC. В этом треугольнике AB равно BC по условию. А это значит, что треугольник ABC равнобедренный, и в нем AB и BC – это боковые стороны, а AC – основание. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны, значит, угол BAC равен углу C. И если угол С нам известен по условию, это 70 градусов, значит и угол БАС тоже будет равен 70 градусам. Второе. Рассмотрим этот угол БАС. Его можно представить как сумму двух углов. Угол БАЕ плюс угол ЕА. С. Отсюда угол BAE будет равен угол BAC минус угол EAC. Угол BAC мы только что показали, что он равен 70 градусам. Угол EAC нам дан по условию, он равен 35 градусов. Тогда 70 минус 35 – это будет 35 градусов. И тогда угол BAE равен 35 градусов. Третье. Теперь рассмотрим треугольник ADE. В этом треугольнике AD равно DE по условию. Значит, треугольник АДЕ равнобедренный. И в нем АД и ДЕ – боковые стороны, а АЕ в нем – основание. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Значит, угол ДАЕ равен углу ДЕА. Угол ДАЕ – это тот же угол БАЕ, поскольку точки Б и Д лежат на одной прямой, то есть на одной и той же стороне угла. Получается, что угол БАЕ равен углу ДЕА. И раз угол БАЕ равен 35 градусам, то значит и угол ДЕА тоже будет равен 35 градусам. Четвертое. А вот теперь мы рассмотрим углы D, E, A и угол E, A, C. Угол D, E, A, как мы показали, равен 35 градусам. Угол E, A, C по условию равен 35 градусам. Значит, эти углы равны. А если теперь мы рассмотрим две прямые DE и AC, пересеченные секущей AE, то тогда в этом случае углы DEA и EAC будут накрест лежащими. И раз накрест лежащие углы равны, при пересечении двух прямых секущей АЕ, то эти прямые ДЕ и АЦ параллельны, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте
Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.